А чё это у нас тут вон в том углу? А там ёлочка. Вообще у нас тут 22 с чем-то часа, и, возможно, шумит комп, и некоторые хотели АСМР, ну, извиняйте, как выйдет. И да, я даже не шепотом. Комп шумит, ибо я как бы подсела на один сериал и еле оторвала нижнее полушарие мозга. Сейчас попытаюсь эту ёлочку собрать. Собери меня, Лёля, говорит, ёлочка. Я когда её доставала, думала, что что-то от неё отвалилось, а потому что за что-то дёрнуло, и оно мне казалось отсобачилось. Я так испугалась, я думаю, ёлочка без веточки останется, а нехрен. Всё на месте. Ёлочка. Раньше у меня была большая искусственная ёлочка, и другой совершенно кот её грызал. А потом мои добрые родичи подарили нам с бабусей вот это счастье, мать его. Бабушку и деда. Собачилась? Котик увидел ёлочку. Ему сразу, наверное, вспомнилось, что на ней бывают шарики, которые он в прежней квартире грызал. Блин, впервые в жизни снимаю, как ёлку наряжаю, собираю пока ещё. Я так пока не придумала, куда ее собачить. Но сейчас так думаю, может ее на полу держать. Все равно в итоге шарики будут скидываться котиком, сгрызаться, и после я их буду искать, точнее находить с Венечком. Я сегодня генерально убралась. Каждую чертову обезьянку, фигуристую, не только обезьянку, про это протерла вручную. Сейчас только стала вспоминать, куда я делала пакет, который я вчера доставала. Не вчера, а позавчера, когда я потом вообще доставала. Так вот, люди добрые, как моя тетя сказала 28-го поставить, так я и поставила ее в итоге. Еще мне пришла мысля как раз в процессе протирания пыли заваять какой конкурс. Но потом один из подписчиков сказал, что нехрен. Точнее, спросил, нафига мне любители этих самых халявы. Как-то она их назвала шары, что ли, или шары хз. Я даже загуглила это слово в сеть. В сети поиск. Ну и я подумала, и правда нахрен. Те, кто отписался и продолжают отписываться, а потом смотрят из-за угла, ибо 40%, 40 с чем-то процентов по аналитике Ютуба у меня смотрят без подписки с аккаунтом на YouTube. Не понимаю людей, которые от меня отписываются или еще от кого-то, а потом все равно продолжают смотреть. При этом опять, ты злая, плохая, т.д. и т.п. Но все-таки веточка отвалилась, а. Не зря мне казалось, что я это что-то потянула, и оно это... Надо только понять, откуда она отвалилась. Вообще камера у меня осиливает час с чем-то записи. Ну, с учетом, что там флешка наполовину забитая. Вообще я заказала себе на ютубную зарплату, ну не на все, конечно, деньги, заказать флешку на 64 гига, потому что когда покупала эту камеру, смотрела ролики обзорные, ну и типа того, что она как бы негласно поддерживает эти 64 гига флешку. Но думаю, если не будет поддерживать, то придется немножко потратить времени на ноутбук, ибо некоторые программы у меня там установлены на внешний винт на 32 гига. И поставлю ее к ноуту. Так. Как оно вообще тут?
Распутай меня, Доля, да? Искусственная елка. Еще одна веточка упала. Хотя, вообще-то, я за одну тянула. Не знаю, почему вторая упала. Может быть, повредилась, пока ехала с той квартиры на эту. С другой стороны, а нахрен мне все эти ветки расправлять? Никогда еще эта елочка не стояла на полу. На столе стояла, на тумбочке, на стулике на каком-нибудь, на тубареточке. Забыла спросить, сегодня сейчас вспомнила, уже второй раз вспоминаю, за несколько дней. У своей тети у нас была такая маленькая елочка, то я тогда не думала, что она мне понадобится, советская. Я ей не помню, им отдала, или они отдали родственникам моих родственников в музей, в котором я так ни разу не была, хотя мне пообещали однажды. Видимо, пообещали чисто потому, чтобы я дала добро на какую-то антиквариатную чашечку битую деревенскую. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь они мне все-таки подадут в музей самопальный быта какого-то. Так, тут пять этих самых веточек. Как они вообще? Да? Нет, шесть. И знаете, откуда выпавались. И еще одна выпала. Вот же ёшкин кот. Хотя я подозреваю, что это благодаря тому, что кто-то в свое время ее слегка погрыз. Ну, с другой стороны, может, и просто как украшение куда присобачить сейчас. Веточки, веточки. Ощущение, что это с разных мест веточки. Ну что, как-то воткнуть? Воткни меня, Лёля, говорит веточка. Вообще, на самом деле, она ничего не говорит. Так вот, сериал, на который я подсела, я Луна. Луна называется вообще, на самом деле. Блин. Пока втыкала, две веточки, еще веточка отсобачилась. Все-таки аккуратнее люди, когда это нанимаете алкоголиков. Ну, в смысле, нанимали там и нормальных людей, но вместо нормальных людей пришли алкоголики. На место тех, кто это вам будет помогать вещи передвигать. Ну, куда-нибудь это. Ладно, воткну сейчас куда-нибудь. Бум-бум-бум-бум-бум. Тут сегодня очень хулиганил, я скинула только с телефона на этот, но еще не монтировала. Так, видно вообще ее? Елочка. Сейчас мы, может, еще чуть-чуть опустим. Вот. Да, было не видно, как я там это буйствовала с этой елочкой. Ой, в камеру кусок моей руки видно было. Где у нас она? Вообще, как бы, в этой квартире был ковер в каждой комнате. И, соответственно, были гвозди, на которых этот ковер висел. И вот этот тоже висел, на котором я сейчас сижу, в смысле стою, ну, в смысле на полу. А здесь-то, соответственно, ну, на эти гвозди можно было повесить гирлянду, а тут-то, блин, куда ее подсобачивать. Не, вообще, наверное, надо все-таки туда, как у моих родственников, в большой комнате стоит это... Вы прикиньте, его ведь не смущает, что хозяин рядом сидит. Он стоит у балкона практически, короче. Тут гирлянда, интересно, она что, жива? Жива ли ты гирлянда? Это какая-то гирлянда, походу. А, это другая доисторическая гирлянда, не та доисторическая. Там мне выдали какие-то мои родственники добрые, тубусы какие-то. Возможно, мне бусы кто-то дарил из подписчиков. Возможно, даже Лена Минстира Москва. Но я могу склерозить, поэтому люди, простите, если я перепутала опять в дарителях. Украсть меня, Лёля, говорит, елочка. Сейчас мы завяжем этот самый узелочек. Узелок завяжем мы.
Елочка, бьюсь об заклад, что какое-нибудь животное, у меня только одно животное, решит с тебя что-нибудь содрать. В той квартире в прошлом Новый год, 31 или 30, когда там я ставила декабря, она у нас полетела в первый же день, буквально в первый же час, потому что кое-кому, как до хрена хотелось что-то сделать. Киша, ты вот как обезьянка. Даже, наверное, какое-нибудь другое животное. Вот что, я, наверное, это апельсиновым маслом попрыскаю. Ёлка с апельсиновым маслом, хрен ты. Апельсиновое масло. Эгегей. Раньше елочку натуральную посыпали искусственным снегом. А у нас тут елочку опрыскаем мы, апельсиновым маслицем. Ибо нехрен. Правда, с маслицей течет все. Бракованная немножко крючка мне попалась. Маслица. Скрыть у меня ее не получилось естественным путем. Пришлось шилом прошлировать дырочку прямо в этой крышечке. Это я когда-то в фиксике или где-то еще покупала. ХВ. Не помню. Честное, зеленое, не помню. Того советского дождика, наверное, тут уже ни хрена и нету. Олочка. У меня еще синий дождик есть. Ничего такого не выходит. А, вот у меня еще какие-то мусы. А может это от Лёльки, которая из Тюмени, я вообще как-то без понятия. Вы-то в этом, если что в комментах вякните, типа, Лёля, это я тебе задарила. А ты беспамятная коза такая, не помнишь. Ну, можете без козы. Вообще, я эльфя. Чайная. Завтра, я надеюсь, буду тайпить тарт. Возможно, даже, хотя не знаю, там 40 страниц. Вообще, у меня такая идея была. Не знаю, человек прочитал, то ли потому, что дохрена занят был, поэтому не ответил, ничего не сказал. То ли вдруг внезапно, вдруг он решит сделать так, как я хотела. Попросить его. Попросила, точнее. Так, это уже без дождичек, по-моему. Большая часть его. А он на веревочке был. Короче, сдается мне, он коньки уже откинул. Тиша, хочешь игрушечку? Я тебе сейчас свяжу, и будет у тебя игрушечка. Да, блин, даже и связать-то не получается. Тиша. Шарики-то опасно одевать. Стеклянные мы раздолбаем. Это мне, наверное, кто-то дарил. Я какой-нибудь типа это сам. Они стеклянные. Мы разгрызаем. Я, конечно, повешу шарик. Но есть шанс, что елочку после этого кое-кто опустит. Мы когда переезжали, я потом под диваном, мне тетя нашла там все вещи, которые я потеряла. А вот оно уже сломалось. На тебе, Тиша, шарик. Он все равно уже сломался. О! Счастья нету предела. Короче, это... И вот несколько шариков, которые он там снимал с елки и разгрызал. И когда он в той квартире закатывал под какое-нибудь место, где только я могла достать, отодвинуть там, и он бы достал. Он начинал так ко мне подходить. Ой, типа,
а мне тут эту хрень. По-моему, этот шарик мне тоже кто-то дарил. Может быть, подписчики, может, за какую-нибудь услугу, хрен знает. Ой, он тяжелый. Так, вот сюда. Раньше даже была такая пластиковая звезда, вот все-таки надо, если не забуду, у родни узнать. Те игрушки. Много-много игрушек. Часть каких-то игрушек вообще снесли. Читается почему-то, что на могилке умерших родственников надо ставить елочку. Что это такое? Ой, у меня тут Дед Морозики есть, мамин Дед Морозик есть. Еще какой-то. Этого Дед Морозика, видавшего виды. Ой, уже колпак-то отвалился совсем. Он совсем уже никакой, может его уже это подкинуть. Даже, по-моему, арфы уже нет у него. Короче, этого Дед Морозика покупала еще моя маман. Он уже весь вызарил. Божью коровку она присобачивала. Короче, Санта Клаус. Ну, потом шукать у него. Что с ним можно сделать? А этого мне кто-то дарил. Ой, это я думаю, что за пакетик? А это шапочка типа. Ну, когда вы такая маску какую-нибудь на голову делаете. Ой, у него уже все отвалилось, его, наверное, тоже уже можно утилизировать. Короче, люди, если хотите сделать приятные роли, у вас есть шанс подарить мне Дед Морозика. Ну что, этот, по-моему, тоже уже можно отдать коту поиграть. Ну, пока оставим, потом просто возьмем. Ничего с ним делать. Вот он, тише. Здесь это. Так. По-моему, это тоже уже кто-то поломать. Тише, тебе повезло, у тебя тут две игрушки целых. Так что вот эти не трогай. Есть какая-нибудь веточка, ниточка? Так вот, про сериал. Там, короче, предки как бы приемные, им дают как бы дохрена денег, и вашего ребенка мы устроим в какую-то школу. А она как бы на роликах катается, и вот предки как бы не сколько о ней думают, сколько о себе. Ну, а потом, наверное, в переписью цапнуть. Я не знаю, что тут. И запрещают ребенку и подработкой заниматься, хотя в прежнем доме она как бы занималась этой подработкой. И на роликах кататься. Отвращение у меня вызывают такие люди, которые только о себе думают, прикрываясь якобы благом ребенка. И эта фигня еще типа, ну у тебя еще будет время, как можно вообще ребенку говорить такую хрень? Будет время. Когда человеки могут раз попасть в аварию и кирдык. Так. Фиг тебе, у тебя твой шарик есть. Че, уже куда-то укатил? Так что не достать? До следующей уборки. Смотри, Тиша, тебе повезло. Он уже сломанный. Тебе не повезло. Тогда эту хрень делать, ну? Ну, у тебя есть звездочка. Очень замечательная звездочка. Кажись, Марина здоровая у меня заказывала СМР, где в этих самых, вот лет так 10 назад, даже лет 7, вам бы Марина повезло. Там были бумажки, были какие-то игрушки. А тут опять пластиковые. Кстати, что тут в этой каёбочке? Каёбочка! Ух ты, там что-то такое, типа Дед Морозовая. Ой, точно, у меня же был кто-то с Грин Мамой. У меня есть Грин Мама с Дед Морозик. У меня вообще их дохрена было, но моя тётя сказала, чтобы твоей сестре было бы такого хорошо. Ну, я ей, короче... В общем, мне когда говорили, я дарила.
потом, ну нахрена мне самой 5 Дедов Морозиков? А еще у меня есть снеговичок. Правда, он обклеивается. Наверное, его надо потом как-то подчинить. Потому что вообще выкинуть колокольчик от собачьи только, потому что он весь отклеивается. Когда-то, говорит, мама дарила хорошие подарки и ценила своих зрителей. Ой, блин. Кто они там на нее? А вот, кстати, советский шарик. Советский шарик. Ну, оно вот тут без газет, короче. Покупателей своих лучше ценила. Вот еще Дед Морозик, игрушечка. Но он стеклянненький, а у меня буйненький котик. Я не рискну это ставить. Там еще какой-то дядечка есть. Тиша, ну ты вообще охренел, что ли, а? Давай ты лучше шарик, да. Тиша. Вы видели это, да? Я буду держать тебя, елка. Короче, у него даже краска уже слезла. Это такой вот на прищепочке. Наверное, какой-нибудь купец. У меня в роду, по-моему, по линии дедушки. А нет, по линии бабушки, по линии ее папы были купцы. Остальные все были крестьяне на мещане. Сейчас просто подоставаю. И запоказываю вам, что тут есть. Это обычный какой-то шарик тот мне дарил. Ну, в смысле, вообще яблоко. Это еще одна советская глюшка. Стеколушка. Тиша. Тиша, ну вот смотри, звездочка. Ну, ё-моё, ну чё у тебя звездочка не угодила? Она не круглая, да? Сейчас я посмотрю, может, есть что-нибудь такое. Что может уже ислам приняло? Ну да, простите, кто это, кто поболит от этой фразы. Я ничего плохого не имею в виду. Хотя некоторые разноверы приняли потом приняли православие незадолго до смерти. Я вот думаю, может уже можно говорить, принял православие. Ну это сами. Как он там? Он тут. Какая-то от кого-то шарика. И тоже можно выкинуть. Вот что, мне надо взять какой-нибудь пакет под выкинуть. Тиша, ты только тут сильно, не буянь, а. Мне тупо надо взять пакет под какой-нибудь выкинуть. Точнее, какой-нибудь пакет под выкинуть. Не вдумай, куда лазать своими наглыми лапами. Как там это видно все? Ну, вроде как видно. Потом буду монтировать и гляну, что тут за трындец. Так у меня все равно еще снимается в малом формате, то по-любому монтировать придется. Кажется, кто-то взял в зубы этот шарик и финтюрил. В общем, продолжу показ этих игрушечек. Раз. Два. Мне кажется, это... Оно может быть и старенький. Рис. Сосулька. Советская. Это пластиковая игрушка, это не помню. Шарик какой-то. Бубенчик, наверное, советский. Это, по-моему, пластик. И вовсе не советский. Люди Аллаха стали советские игрушки. Это какой-то, наверное, этот демон. Сладкий какой-то этот зимний.
Какая-то еда. Или еще что-нибудь, не что-то, что-то другое. Еще типа сосулька или как-то так. Еще бубенчик. Там что-то такое есть. Ой, так. Талиска какая-то. Талиску покажу. Зачем, я думаю, можно обратно складывать то, что я уже вам показала. Был бы у меня кот адекватный, я бы повесила советские игрушки. Ну, у меня кот, как вы видите. Какие-то шарики еще. Такой интересный. Вот. Ух ты! Стеклянный шарик синенький. Я даже не знала, что у меня такие игрушки-то есть. Какая-то типа шишечка или не шишечка. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Маленький пластиковый советский Дед Морозик. Счастье есть. А то мне недавно карта выпадала. Я что-то кинула уж так просто, думаю, что-нибудь так. Я не помню, что мне надо было. И у меня выпало это типа «Привет из прошлого». Я думала, какой этот верующий верки разочаровавшийся, но снова поверивший верится, испужалась. А это, в общем, действительно «Привет из прошлого». Ну, вообще, карта воскресенья вышла. В смысле, воскресенье из мертвых. Вон она, какая штучка. Круто, когда что-то такое находится, потому что, когда я сюда разбирала вещи, то многие документы свои найти не могла. А еще у нас скоммуниздили вещь одну, которая антикварная и в среднем стоит около 5000. Ути какая. Вообще я не знала, что у нас что-то такое есть. Еще один шарик, только уже зелененький. И дождик советский. Ой, точно, была же какая-то фигня с этой игрушки на эту маленькую елочку. Просто я, наверное, видела очень давно в детстве, я не помню. Это от какой-то, ну, бусинка типа. Маленькая шишечка. Я надеюсь, это все видно, то, что я показывала. Это кто у нас? Ух ты! Подождите-ка, у меня что? Дела Деда Мороза? Один серебристый Дед Мороз, а другой под золото такой Дед Мороз. Спасибо, дьявол, скажем так. Да-да, я верю в того дьявола, про которого я писала в Инферносферат. Мне ж надо кого-то верить, ну, в смысле, в себя. Еще один шарик. Ух ты! Ее можно наверх поставить, лишь бы этот дурак не раздолбал вилку. Пика. Не красная звезда, конечно, ну да ладно. Еще одна штучка такая, грибок, не грибок, я не знаю, что это вообще. Ну, в смысле, это совсем не грибок, конечно. И тут пакетик с дождичком. Люди, тут пакетик с дождичком. Круто как. Люблю сюрпризы из прошлого. Хорошие. Какая-то хрень еще. Что тебе надо, мне? Вон возьми еще какой-нибудь пластиковый шарик и радуйся жизни, дурень. Какая-то фигнюшка, цветочек, не знаю, как вот оно вообще. Чего оно? Как блюдечко вообще. Человечек. Тип космонавт. Ну, на самом деле не космонавт, это другое.
Какая-то замечательная пуговка. Она, видимо, на ту детскую елочку шла. Игрушечкой. Синяя бусинка. Вообще-то пуговка. Тише, ты мне пианино только не раздолбай, ладно. И штатив сейчас не снеси. Иди сюда лучше. Иди, вот смотри, другой шарик. Смотри, шарик еще один. Не хочешь этот шарик? Потому что на штативе стоит камера 18 тысяч. Я не буду говорить, что бы я с тобой сделала. Потому что я не знаю, что с тобой за это сделать. Еще одна пуговка. Иди сюда. Иди, говорю, сюда. Я потом тебе достану этот шарик. О! Это что? Это, походу, дело то ли башка верблюда, то ли башка коня, то ли вообще птичка какая-то горбатенькая. Что-то такое. Тиша! Не хулигань. Вот тебе шарик. Еще какая-то красивая фиговина. Много вас там еще? Там мне руки уже не хватает. Еще одна такая же синяя головка, она уже была, я не буду показывать. Ой, красивая голубая головка. Все вроде. Да, надо это обратно как-то закидать. Счастье есть. Оно не может не жрать. Голубая пуговка. У меня было что-то такое. Мама мне шила. Ну, в смысле, одежда. И там были такие пуговки. Я вообще в детстве собирала пуговки. Мне сейчас приехали со мной эти пуговки. Коллекция пуговок. Тиша, а куда ты тот шарик дел? Вон тот я, в принципе, вижу. Ты вполне бы мог его достать. Только я опасаюсь, что ты так пробежишь, что у меня тут все нахрен рухнет, чертовой бабушке. Она наверняка уже отдыхает. Это самая бабушка. Чертова. Ну вообще круто, люди. Я надеюсь, их видно. Я даже сейчас это подползу и покажу. На руке поближе. Я вся тут в дождике нахрен. Вот они. Вот они. Ой, это жопа. Ну, в смысле, спина. Два Деда Мороза. Пиком. Тут такая, я не буду ее ложить, собачья, надевать, короче. Потому что там такая-то елочная штука, что может оно и не налить. Там очень длинная эта штучка. Иди совсем просто, да, да. Так, что тут у нас? Это пластиковый шарик. Это пластиковая шишка. Ой, блин, не падай. Это еще один золотой шарик. Мы его, может, пока вниз положить для нашего кота. Так, это веревочка. Что-то ей завязывалось, наверное. Шарик, не знаю. Пластик, не пластик. Хрен его знает. Я думаю, можно уже это закрывать им. Еще каюбочка. Что тебе каюбочка? Ух ты, сколько всего. По-моему, тоже советский попугай.
монеты, что на сайте. Тут даже какие-то бумажки есть. О, еще синяя это фиговина есть. Синяя фиговина. Ты нормальная? Синяя фиговина. Тебя можно присобачить? Сюда положу. Рядышком. Что тут у нас еще? А я котик. Еще один желтый пластиковый шарик. Чего это? Рыбка. Советская рыбка. Ептись. Еще один пластиковый шарик. И какая-то хрень к нему прицепилась. Что-то эта хрень держала, или нужно уже выйти. Хотя, возможно, она какой-нибудь типа вот этой штуки, ну да ладно. Все равно там что-то вроде не горело. Еще пластик получается. И еще пластик получается. Тише, вообще у тебя была кошечка такая, ты что с ней сделал? По-моему, это тоже пластиковый шарик. Но он вообще-то большой и хороший, так что хрен тебе. Так, это яблоко я уже показывала. Это очередной пластиковый шарик. Я помню, когда купила какой-то к новому дню, короче, какой-то Новый год этих золотеньких и серебряненьких. Шариков. Еще один. Причем какие-то были блекло серебряненькие и блекло золотенькие, а какие-то были нет. Вот тоже, то ли я покупала, то ли кто-то дарил. Пластиковая игрушка современная. Какая-то это типа книжечка. Чего это вообще? А, это документы к телефону, которого уже нет. Потому что он остался в той квартире. Думаю, это можно даже выкинуть уже. Перерабатывает мусор. Тиша, я вижу, как ты на хитрожопа смотришь. Тиша! Тиша, тебе что шариков мало? Ё-моё, а? Тиша, тиша. Не, ну круто вообще, а? Вон сколько шариков. Хотите как-то какой-нибудь из них прийти? О, пластиковые шарики сюда зачем, знаете? Пластиковые шарики. Пластиковые шарики. Что тут у нас? Ух ты, какой красивый шарик. Интересно, это стекло? Или пластик? Тоже кто-то, наверное, дарил. Повесить можно. Повесим шарик. Не вздумай его трогать. Так, есть там еще? Что-то еще есть. Так, это просто шарики. Эти просто шарики я вам тоже покажу. Потом. Это обычная пластиковая шишка, обычный пластиковый шарик. Надо несколько их положить сюда, теплота гладита. О, какая-то открыточка. Открыточка типа игрушечка, зайчик. Там даже какие-то, видимо, конфеты были. 10 грамм веселая аппликация, продукт компании «Шоколадный дом», 12 месяцев. Изготовлена и упакована 12.07.2010 года. Большой бут. Еще что-то такое.
Какая-то типа это дождинка. Наверное, на башку одевать. Ну, в смысле, елочка. О, вроде больше ничего такого не надо. Один только дождик. Это мы сюда подойдем. Так. Ну, это мы сюда подойдем. Что пакетов походу взяла. Пакеты. Еще не хочет дождичком. А, она стояла, наверное. Кто-то имеет. Так, что у нас тут? А у нас тут много всего. Пластиковая синяя звездочка. Пластиковая зеленая фиговина. Елочка, зажгись, стопудово кто-то дарил. Новогоднее украшение. Какой ход год-то, блин. Изготовлено в 2011 году. Шишечка искусственная. Ой, ты, ёшкин кот, это, видимо, эти, или пингвин с пингвином, или тюлень с тюленем, короче, какая-то родовая фенотипа Советского Союза. По-моему, это и Наталья Эриксона, там, я забыла. Короче, человек, который просил СМР бумажку, повезло. Правда, это не камень, а СМР, по-моему. Сысочка советская. И вот эта самая штуковина еще. Она еще бумажка. В советских бумажках. Ну, может, не советских, но бумажках. И все сысочка. И все сысочка. И все звездочка. И даже сердечко есть. Сыня сердце психодорично. Ксюнкино сердце стало мое. Чего-то там не бьется отлично, ты заключен в него. Это я когда-то рожала. Стишок такой. Сарик. Пластиковый шорик. Да, походу дела пластиковый, но такой красивый. Стеклянная еще одна бубенчика. Можно ее туда уже поставить. Сысочка стеклянная. Еще один сарик. Зеленый, может пока сюда выйти. И эту даже можно сюда положить. Ух ты! Советский сарик. Сарик советский. Глупый кот Киша. Еще синий сарик. Их я тоже, помню, покупала. Вот это вот. А у меня игрушка пластиковая. Ну ладно, пластиковые игрушки я могу только сюда сложить, чтобы они мне тут не мешались. Потом мне пластиковая часть попалится. Ой, игрушечка не падает. Так, как там? Так, кто у нас тут? Этот попугай у нас уже был. И все. И еще одна плоская рыбка, то другая уже. Рыбка плоская. Я помню, мы еще конфетки вешали, когда маленькие были, на большую елку натуральную. Тут кто у нас? Пластиковый шарик. Уже кто-то его в свое время погрыз. Поэтому мы его турнем. Все другие коты и кошки жрали у меня только дождик. Что тут у нас? Корзинка с ромашками. И кто-то еще плоский такой. Ой, еще одна рыбка. Я как раз сегодня лавашек с рыбкой хомячила. Клубничка. Что это? У-у-у-у!
Домик. Еще один бублинчик, кажется. А это пластиковый. Можно сюда положить. Потом пластиковое обогрю. Красивый шарик. Колески. Так, и последняя игрушечка. Что тут у нас? А это уже голубой этот самый Дед Морозик. Это, наверное, ветер холодный, ветер теплый, или как он там, мороз, красный нос, мороз, зимний нос, синий, в смысле, нос. И как-то вот так. Раз, шарик. Ой, не падайте. Вы дороги мне, как память в прямом смысле. Надо аккуратненько сейчас им захреначить обратно. Видимо, эта штука уже с меня падает. Салфетка с ромашкой. Потомком, точнее. Салфетка с потомком. Бумажка с домиком будет. Кулганичка. Какую-то замшелую салфетку. Попугайчик. Ой-ой-ой, не падай, Витька. И хоть и не настоящая, но у нас тут есть одно животное, которому вообще иногда, мне кажется, религия мозги запретила. Корзиночка с ромашками. Неведомый шарик. Такой же был малюсенький в пакетике до этого, похоже, по крайней мере. Бубенчик. Сысочка. Так как у нас тут бумага, видимо, уже слегка напряг. Сосулька, наверное. Ну, мы сейчас будем как-то это... Как-то делить ее на двоих. Так, пластиковая елочка. Животное с мамой. Надо бы еще что-то, чего можно вызвать. Хотя тут сколько бумаги уже. Сысочка. Рыбочка. И сосулечка. Думаю, вас надо пластиком как-то переложить. Короче, шишечка пластиковая. Звездочка синенькая. Живая. Еще одна звездочка, немножко другая, нет, такая же. Одна типа вот такая, другая типа другая. Забыла, как этот синий цвет называется. Ну, в смысле, в акварели, в рисунке и так далее. Еще одна шишечка. Ну, блин, я могу эти новые игрушки практически разыгрывать. Типа, пришли в гости к люди, к Люле, люди, и вот вам шишечка, зеленый шарик. Еще одна зеленая шишечка. Так, можно еще что-то зафигачить. Юла, наверное, зеленая. Сейчас точно уже все. Ничего не зафигачишь. А где это? Начало всего пакетика. Где конец? Так, наверное, сюда вот так. Теперь обратно засунем. Тут жопка у коробочки обязательно раздолбался в свое время. Аккуратненько как-то себе затереть.
тут у нас? Ну, это пока уберем. Так. Так, шарик возьмем. Вот что, раз шарик. Два шарик. Три шарик. Четыре шарик. Пять шарик. Шесть шарик. Пластиковый бубенчик под старину практически. Еще шарик. Еще шарик. Бубенчик желтенький, тоже пластиковый. Золотенький шарик. Еще золотенький шарик. Практически уже скоро лопнет, так что... Да, натешу тебе шарик. И стёл шарик. Слушай, нахрена вот ты их закатываешь туда? Их же потом мне доставать хрен знает как. И стёл шарик. Глупая ты кошка. И стёл шарик. И стёл шарик. Это немножко, видать, бракованный был шарик. Тиша, на тебе шарик. И стёл шарик. Вот я потому и говорила, что вряд ли это будет АСМР. Тут же некоторые буйствуют. Хвостатые. Сыни сарик. Звездочка. Голубое синеточное сердечко. Синее сердечко. Вот сюда расхерачиваю. Что это за пакет? А, это тот пакет от этой елки. Вот эти самые смородики. Это синяя ленточка. Синюшка. Синяя. Синяя синь. Какая-то фигня ко мне прицепилась типа дождя. Дождь. У меня вроде есть какая-то музыкальная тема имени меня. Типа дождь. Дождик. Сейчас узнаем, горит ли эта хрень. Пока можно вырезать на один узелок. Один пакетик. Я тут два пакетика, пакетика. Вот так. Штука. Шитюка, шитюка. Ой, блин. Она горит, фонарь, нет? Ух ты, она горит. Не поверите, она горит, ё-моё. И куда мне тебя присобачить, штука? Может, мне тебя прямо так вот и оставить? На макар кинуть тут. Гори, гори. А я думала, он сдохнет. Чего-то там. Так, сейчас сначала мы узнаем, горишь ли ты. Еще у меня же рядом есть. Куда воткнуть? Ну ладно. Ух ты. Что, горишь? Нет. Или ты внезапно не горишь, а так горит.
Горит. И режима. Сейчас тогда мы тебя присобачим. Раскипить столько надо. Там вообще как у меня камера-то? Еще пишут. Не говорит, типа я дополнилась. Не, вроде еще пишут. Пиши, пиши. Песня какая-то у каста была. Пишутся? Или многоточие, хрен, например, у кого из них. Наверное, все-таки у касты. Ёлка новогодняя. Что-то вспомнила. Как бывает макияж у людей. То ли попугай, то ли ёлка. Ну, мы будем надеяться, что это животное не это. Не уронит ее 150 раз, как в прошлом году. Ну или хотя бы не все шарики сожрет. В крайнем случае я согласна снимать по круглому шарику и отдавать этому животному. Если он опять чуть просрет. Не знаю, люди, как у вас, у меня вполне новогоднее настроение. За многие долгие годы. Ну что же это? Надо, наверное, как-то ее туда поставить. Так, как мне тебя взять? Не буду это ставить на тубареточка, потому что, мне кажется, безопаснее тебе падать именно с пола. Я вообще там видно, тоже я это опускала себе камеру-то. Видно. Ой, гамельно стоит. Сейчас свет, может, убавлю, зацел. Сначала только пакетик уберу. Наверное, надо это поставить на балкон. А, карточку уберу. Вот шов карточек уберу обратно пока. Ёлочка. Я даже вам сейчас ее с Децл приблизил. И она тут. Тиша, я надеюсь, ты мне кухню не разнесешь там. Все-таки шикарная у меня камера. Кто б что не вякал. Круто же, да? Вообще, кайф. Давай обратно. Прям тест камеры на приближение.
Смотрите, шерсть какой-то обезьянки видна. Бой в Крыму, все в дыму, ни черта не видно. О, светло стало. Люля играет с приближением. То, что Люля, это потом еще монтировать? Ну да ладно. Какая беда начала. Вау! Какой пруф сейчас было. Не знаю, как вам, а мне так вообще круто так вышло. Я сейчас до абсолюта сделаю. Простите, если оно тут рябит. Чой-то, 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 чой-то. И обратно. Охренительный эффект. Камера, я тебя люблю. Главное, фокусировки вообще нема. Звук стало. Ну такие квадратики. Психоделика! Люди, не пейте алкоголь. Смотрите этот ролик. Вам будет так же примерно. Аналогично. Короче, всем спасибо, кто осилил этот ролик. Я выполнила запрос двух людей. И, возможно, немножко кто-то услышал СМР. Всем надеюсь, что у всех новогоднее настроение, или хотя бы будет новогоднее настроение, если вы посмотрите этот ролик, у вас не было новогоднего настроения. И да, кое-кто у меня уже коммуниздит. Сейчас я свет включу. Ой, пардон. Да, будет свет, сказал монтёр, и что-то где-то там протёр. Кое-кто у нас уже коммуниздит с ёлочки. Я тут типа прощалась, но еще говорю. Короче, надеюсь, что у вас будет новогоднее настроение. Всем счастливого Нового года. Исполненное желание. Хорошего настроения. Быть спокойными, как мамонты. Быть добрыми. И достигать хорошего настроения без алкоголя. И прочих требух. Вам слышно, как он это хрустит шариком каким-то? Этот кот. Я вижу его хвост. Тиша. Тиша. Кстати, у меня камера распознает морду лица Деда Морозика гринмамовского. В общем, наверное, надо прощаться. Всем пока! О, у меня аж приблизено. Думаю, что у меня такая рука огромная. Пока-пока! Пока! Бум-бум-бум! Вон и котик пошел.